Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем мы в Бэтмен, такой комикс, так скажем. И у нас эпизод 4 Страж Готэма. Сейчас у нас в лечебницу Архэм. Мы позвонили и попросили, чтобы нас освободили. Так, довольно скверная картина. Multiple stabbings. Множественные ранения у одного из санитаров. Так, а меня-то в чем хотите обвинить? Не я, их откушен палец. Так. Я в этом не участвовал. Доктор, клянусь, я не участвовал в этом. Мы рассмотрим это в будущем. До того, как я приму то или иное решение. Before I feel comfortable making a decision one way or the... There. One moment. Одну секунду. Один момент вообще. Давай. Seems you have a visitor. Похоже, к вам посетитель. Так. Alfred. Альфред. Брюс, хвала небесам с вами, все хорошо. Вы прочтете все в ордере, подписанном лейтенантом Гордоном сегодня утром. Он должен быть освобожден под мою опеку. Я знаю, что использование вашей власти и влияния видится вам лучшим способом решения проблемы, но в действительности это просто отрицание. Ты дура, я же под наркотой. Вы кровь брали на анализ? What happened with those men in your room? То, что случилось с этими людьми в вашей палате, беспорядки с Заском, вам определенно нужно помочь. Так, я проконсультируюсь с другим специалистом. Конечно! Ему требуется тщательная оценка состояния, курс лечения. У меня другое мнение. Да, не сомневаюсь, вы можете себе позволить то, что вам нравится. Пойдем, Альфред. Не зря вас все-таки Джокер похреначил. Увидимся снаружи, Брюс. Не могу дождаться. Что там такое? Блин. Всезнающий такой нахрен. Центральный район Готэма. Просто не верится, что все это время Вики Вейл была леди Архэм. Мы пустили ее к себе домой. А сама вместе с Хабблпотом готовились меня свалить. Лейтенант Гордон знал об этой ниточке, когда вас выпускал. Пока что нет. Сперва этим займется Бэтмен. Даже за время краткого отсутствия Бэтмен в Готэме стало намного опаснее. Общественное мнение относительно Брюса Уэйна, вне всякого сомнения, оно стало лучше. Я смогу его изменить. Столько людей ненавидит меня, семьи Уэйнов, надеюсь, мне удастся это изменить. Не сомневаюсь, что вы будете придумывать, как всегда, или обдумывать это. Hello, Harvey. Харви, надо было остаться в лечебнице, куда я тебя поместил. Это угроза. Чего ты хочешь, Харви? Для таких, как ты, улица Готэма сейчас небезопасна. В конце концов, ты это поймешь. Давай, вот. Черт возьми, просто оставь меня в покое, Харви. Я, конечно, в счете, как бы тебе будет гораздо проще. Я хотел сделать тебе одолжение, Брюс, но если ты хочешь, чтобы все пошло так, то можно устроить. Ты, может быть, не слышал, но дети Архэма ушли в подполье, очевидно, они замышляют какое-то нападение. Люди испуганы, в панике. Я должен был показать им, что моя решимость не ослабла, что Готэм все-таки силен, и поэтому назначил врача для тебя, и поэтому назначил врага тебя и твое коррумпированное семейство. Ах ты падла! Ты врагами меня, да, определил?
Последнее, что мне нужно, чтобы ты шлялся в Готэме. Послушай себя. Ты говоришь как сумасшедший. Нет. Я всего лишь человек, которому надоело, что уроды вроде тебя правят миром и берут, что хотят. Вот тебе и друг, вот тебе истинная картина открылась. Кстати, я уверен, что у многих такая дилемма. Так. Я не могу допустить, чтобы ты так и бегал безнаказанно, Брюс. Такова воля народа. Харви, избавь меня от этой чепухи про волю народа. Я знаю, что дело в тебе и во мне. Зависть, блин. Козлина. Ты знал, что Селина мне не безразлична. Ты нанес мне удар ниже пояса, Брюс. Ты настоящий мужчина, так бы не поступил. Да иди ты нахрен. Так. Она тебе не принадлежит. Друг как бы не поступил. Она тебе не принадлежит, Харви. Она вправе встречаться с тем, с кем захочет. Не надо читать мне лекции насчет Селины. А что, наркота из меня не вышел? Брюс? Брюс? Разговор окончен. Наркота еще не вышла, надо какой-то антидот. Что здесь происходит? А что здесь происходит-то? Так-так, Брюс Уэйн, вы чем-то серьезно огорчили мэра. Эй, может, получу за это премию? Что тебе надо? Открывай багажник, мы обыскиваем машину. Если найдем что-нибудь связанное с детьми Архэма, наркотики, оружие и еще что-нибудь подозрительное, вы будете задержаны. Давай, покажи ордер. Надеюсь, у вас есть ордер на обыск? Я знаю свои чертовы права. Ордер не нужен. Мэр Дэн дал нам все полномочия. Да хрен останусь. Ну же, что за задержка, черт возьми? Сядьте к себе в машину. Конечно, надо было догадаться. Возвращайся в Архэм, проклятый маньяк. Какие? Берегись, а то станешь вторым Каблпотом. Так вот показываться на публике. Блин, а вы что у меня все драконите? Чего вам все от меня надо? Ты вообще кто? Ты кто, блядь? Я тебе что сделал? Давай. Я устал, я хочу есть. Я 3 дня не был в душе. Я просто хочу попасть домой. Если ты не уберешься с моего пути, Богом клянусь, я перееду тебя, а потом вернусь и перееду еще раз для верности. Брюс, я справлюсь, Альфред. Все слышали, верно? Этот психопат мне угрожал. Ты вообще-то сам первый ко мне пришел. Ты какого хера ко мне пришел? Че ты лезешь ко мне? Вот ты дебил, это то же самое. Сижу в доме, ко мне пришел кто-то. Давай права свои качать. Я его нахер послал. Видели? Все слышали? Ты дебил! У меня все записано на пленку. Твое место под замком. Но это ты вообще кто? Ты-то вообще левый какой-то. Боже, мне так жаль. Все будет в порядке, нам просто надо отсюда выбраться. Тебе некуда бежать. Вот смотрите, на меня нападают. Все нападают, и меня никто не защищает. Что это за херня? Следующий выстрел будет на поражение. Как по мне, мистер Кусуин, я вижу 2 выхода из ситуации. Или я спускаю толпу на вас и посмотрим, как вы себя поведете перед судом Линча. И вы делаете небольшой взнос в фонд нашего с парнями благополучия на патроны и так далее. Ага. Вот так вот. Что скажете? Так, мне сейчас надо, главное, выехать. Нас заблокировали, я не могу сдать назад. Сэр, дела принимают неприятный оборот. Что происходит? Ну, мэр об этом услышит, и ему это не понравится. Надо давать взятку. На! Все, что у меня есть при себе. Вот все вы одним миром мазаны нахрен. Не надо оправдываться, что нет таких, мы взяток не берем. Вот нахрен, и это, блин. Почему на гаишников начали вешать камеры? Потому что хапают без меры нахрен. Ладно, продолжаем. Ну да, получится. Это еще не конец. Само собой, все вопросы в мэрию.
А чё вы так вдоль дороги-то стоите? Кстати, дорога-то тоже как будто бомбежка прошла. Рада, что ты цел, увидимся, когда вернусь, Селина. Нужно кое-что обсудить. Конечно, нужно. Очень даже нужно. Как эту штуку вытравить? Значит, ты уезжаешь? Брюс, Харви совсем запутался. Он кричит во всех новостях о том, как тебя нужно призвать к ответу. Бросает в тюрьму кого хочет. Все за мои деньги. Мне совершенно не интересно, что он планирует для меня. Здесь я должна была залечь на дно. Так. Ты сам справишься. Давай, ты бросаешь меня? Значит, ты просто оставишь меня с разбитым сердцем? Верно. Разве ты не понимаешь, когда Харви застал тебя у меня дома, то совершенно слетел с катушек? Да, вообще-то я замечал, что он до этого был не очень. Значит, ты хочешь сказать, что ты виновата во всем этом? Я? Да? Да вот я вот тебя не обвиняю. Ты пойми меня неправильно, Брюс. Эта ночка выдалась веселенькая. Но не умирать же из-за этого. Ну да. Он опасен. Давай, я тебя понимаю. Мне это не нравится, но я понимаю. Спасибо. Я ценю это. Ну, хорошо, что это говорится. Но черт, эти щенячьи глаза сейчас разбивают мое сердце. Так, куда ты направляешься? У меня есть кое-какие дела, которые нужно сделать. Что за другие дела? Посмотри на себя, Брюс. Ты не в том состоянии, чтобы справиться с Харви. Или с детьми Архама, если на то пошло. В яму лазарь от меня. Конечно. Это моя машина. Блин. Увидимся. Удачи со всем этим. Ну, спасибо, спасибо. Ладно, теплые расставания. Это тоже хорошо. Шпили видели, разошлись. Никто никому не должен, никто никому не обязан. Я в порядке, мне просто нужно добраться до компьютера. Вы истощены. В действии наркотика леди Архам все еще может на вас влиять. Харви превращает Готэм в полицейский участок. Освальд украл мою компанию, а нам нужно идти. Найти Вики и детей Архама до того, как они ударят снова. Не могу просто проигнорировать это. Вы не в состоянии работать. Вам совершенно необходимо отдохнуть. Вот, давай попросим помощи. Тогда помоги мне. Такое чувство, будто вокруг меня вся пещера обрушилась. Конечно, я помогу. Давай начнем с самых насущных проблем. Брюс, вы ужасно выглядите. О, у меня там парашют какой-то. У него был очень долгий вечер. Ты прав, давай сосредоточимся на том, чтобы вылечить мою голову. Подними всю информацию о наркотике Вики Вейл, которая у нас есть. Я займусь. Если мы сумеем нейтрализовать действие наркотика, я смогу синтезировать противоядие. Давай начнем сканировать ДНК. Сравни его с вашим ДНК в архиве бэткомпьютера. Что, думаете, на ДНК влияет, что ли? Я подготовлю компьютер. Что, на кнопку тыкнул и все, что ли? Так, давайте. Сообщение СМИ. Смотрим. Служебная... Так, частная служба безопасности мэра Дента вызывает опасения общественности. Избранный мэром Готэма Харви Дент едва успел перебраться в свой новый кабинет, но уже ясно, что его методы работы будут совсем иными, нежели у его предшественника. Достаточно уже того, что частная служба безопасности мэра ставит блокпосты по всему городу. Представитель мэра утверждает, что это делается в целях общественной безопасности. Так, мэр Дент построил свою избирательную кампанию на словах о законе и порядке, и Готэм увидит, что новые блокпосты послужат исполнению этих обещаний. К чему бы это ни привело. Так, Уэйн вышел из Архама через 48 часов. Мэр приписывает себе спад преступной деятельности детей Архама. Да с хрена ли?
Однако есть у мэра Дента и критики. Защитники прав человека выпустили заявление, о котором политика мэра называется милитаристской и граничащей с фашизмом. Дента обвиняют также в общем увеличении уровня преступности, утверждая, что его правоохранительные отряды внесли вклад в нарастающую в Готэме обстановку хаоса и страха. Ну, это естественно. Так, пропавшую журналистку могли похитить. Дети, офицер полиции, связанный с убийством Фальконе, возвращается в строй. Это молодец. Я тебя простил. Ладно. Так, где тут? Надо... Галерея. Ну, ты-то мне нахрен не нужен. Про вас я тоже уже все, как сказать, знаю. Нужны вы мне больно тут все. Вот это вот неизвестно, что такое одна услуга для человека, который никогда не выйдет из архива. Да с хрена ли никогда не выйдет. Это такая мразь, так. Проверить чисто ДНК. Here's my DNA before the incident. Вот моя ДНК до случая. Вот моя... Ага, вот она. Изменилась. Образец наркотика, взятого... образец наркотика. Переработанный. Похоже, на наркотик присоединяется к определенным белкам в структуре генома. Если мы сможем изменить молекулы структуры наркотика, то сможем создать антидот. Когда вы поймете это, у нас будет работающий антидот. We can cure others affected by the drug. А что надо сделать-то? I wish that were possible. Хотя что-то это было невозможно. Оно основано на переанализации ДНК. Нам придется расшифровать структуру генома каждого человека, чтобы сделать для них лекарства. У нас нет на это ни ресурсов, ни времени. Вот почему нам повезло, что у нас уже есть мой. А что надо сделать-то? Я так и не понимаю, конечно. Вот такую штуку сообразить. Создайте, поставьте последовательность молекул наркотика с ключевыми. Так. Ну-ка. Так. Так. Вот все. Что там мы создали? Что бы это могло быть? Так, должно получиться. Я на себе как это, как на подопытном кролике буду проводить все это. А я что, умею инъекции? Чтобы оно подействовало, его нужно ввести прямо в вену. Я не думал, что это будет слишком весело. Так, ага. Опаньки. Даже в игре я первый раз колюсь так. Хоть я и донор, но наркотиками и всякими этими штуками я, конечно, не употребляю, поэтому инъекции ставить не умею, даже укол в жопу для меня проблематично. Хотелось бы верить, что такое поможет. Я уже чувствую лучше. Так что мы будем делать теперь? Сначала мне надо узнать, что Вики, леди Аркхам, была занята, пока меня не было. Поиск всей недавней активности детей Аркхама. Пресса сообщает, что Вики Вейл пропала. Да, и очевидно, полиция еще должна найти тело. Эта женщина пыталась сделать из вас сенсацию, притворялась, что ей не все равно. Она предала вас. Хотел бы я, чтобы все оказалось иначе. Давай, вот так вот. Хотел бы я, чтобы все это было иначе. Возможно, я смог бы что-нибудь сделать с ней. Вы всегда пытались сделать все, что могли, Брюс. С самого начала у нее был свой собственный план. Она играла со мной все это время, хотела меня сломать. Она хотела, чтобы я попал в Аркхам. Она хотела, чтобы я почувствовал то, что мой отец сделал со всеми этими людьми. Брюс, у нее были планы помасштабнее, чем я, Альфред. Бэтмен остановил ее на станции монорельса. И я не верю, что она не придумает другой способ использовать наркотик. Ну, если это правда, то она еще опаснее, чем раньше.
I know. Я знаю. Я встретил кое-кого в Архаме и получил зацепку, как найти ее. Давай. Зацепка? Вы правда думаете, что можете доверять кому-то в лечебнице Аркхам? Не в обиду вашему недавнему проведению там времени... проведенному там времени? Конечно. Так, он знает, что Вики — это леди Аркхам. Он лучшая зацепка, которая у нас есть. Я ей не доверяю. Но он не лжец. Так, давай, вот. По фактам, он знает, что леди Аркхам — это Вики Вейл. Ну, у кого больше нет такой информации? Полагаю, мы не можем это игнорировать. И неважно, заслуживает ли доверие ваш источник или нет. Он сказал мне, что если я хочу знать, что она запланировала, то должен отправиться в дом ее родителей. Найти их не составит особого труда. Ну вот и отправляемся туда. Ясно. Брюс, пока вы не ушли, у меня есть для вас кое-что. Я называю это... Строп гранаты. Киньте их в любую поверхность, и последующее световое шоу сделает вас практически незаметным. Превосходно, спасибо. Отблагодарить вас — это меньше, что я могу сделать после того, как вы пригласили меня работать с вами в Бэт-пещеру. Ну, кстати, что, я рад, что тебе понравилось Бэт-пещера. Здесь бы всем понравилось. Брюс. Yeah. Да. Если вы найдете мисс Вейл, пожалуйста, будьте осторожны. Что, мне там на спину-то броню-то сделали, нет? Или что у меня там за рюкзак-то был? Когда костюм-то там или что-то, плащ свернутый. Непонятно. Так. Готэм Хайтс, резиденция Вейлов. Что, такой-то домик-то старенький. Ладно, смотрим. Будем... осматриваться. Так. Идем. I'm inside the Vale House. Я в доме Вейлов. Почему глаза светятся? Пройдите вглубь дома, чтобы получить лучший обзор. Вон там кто-то дохлый валяется. Это кто? Это кто? Alfred, Альфред. Вейлы мертвы. Подтверждаю, один труп, но тут много крови. Предупреди Гордона. Гордона. Сделаю. Пока не знаю, какая тут связь с наркотиками, но чтобы им не было известно, Вики позаботилась, чтобы они замолчали. А это не эта баба-то, которая, как сказать, в моей компании-то была? Давай, ищем в диване. Что там Syringe. Есть? Шприц. Изучите улики на месте преступления. Похоже, она... сделала укол. Тот же самый наркотик? Yes. Да, но доза в несколько раз больше, чем та, что досталась мне. Возможно, она повышает ставки. Здесь явно что-то личное. Так. Давай, искать. Сначала глаза. Что с глазами? Зашиты? У нее нет глаз, их вырезали. Неприятно. Ну да, так-то. Кому приятно-то будет? У нее на 6 лет от инъекции, вроде той, что сделали мне в Монтане, но гораздо хуже. Так, давайте свяжем. Связать это. Связать вот с этим. Same device, same drug. То же устройство, тот же наркотик. Можно прийти к выводу, что убийца леди Аркхам. Так. Что еще есть? Недавнее семейное фото. Вики здесь нет. На фото изображены Вейлы с каким-то другим ребенком на фоне промышленного... здание. На здании виден логотип. Так, а с чем тебя связать-то? Тут есть еще что-нибудь? Так, открыть. Ящик.
Что? Так. This must be Vicky. Это должно быть Вики, скорее после удочерения. Так, проверить бумаги. Это письмо из городской социальной службы о ежемесячном пособии для приемных родителей. Вроде бы Вики это уже не по возрасту. Речь не о Вики, они усыновили мальчика. Мальчик. Кто такой мальчик-то этот? Так, а я не могу, да, связать это? На второй этаж мне подниматься не надо, да? Могу подняться, нет, на второй этаж. Сюда на кухню пройти могу. Подожди. Так, добавить связь, рана на шее. Так, а я что, не могу расторгнуть? Правильно сделано, не могу расторгнуть. Ой, подожди, что-то валяется. Волосы. Нашел клок волос. На нем есть что-нибудь особенное. Его срубили под нисходящим углом, судя по ровному срезу, с большой силой. Так. Давай посмотрим, чьи волосы. Описание семейного фото. Так, если связь правильно, можно, да, разорвать? Подожди, тут что-то валяется, нож. It's clean. Следов крови нет, это не оружие убийства. Тогда почему он лежит на полу? Давай. С ножом связываем. Видимо, мисс Вейл пыталась защититься с помощью ножа, но он только скользнул по волосам убийцы. Так, понятно. Видите, не могу отменить. Так, а что здесь можно? На столе что-нибудь нет? О, брызги крови. Проверить. Стены забрызганы большим количеством крови. Кровь лилась не струей, ее бешено разбрызгивали. Стой, тут есть след, будто в стену силы ударили что-то, измазанное кровью. В нее что-то бросили, ничего такого не вижу. Че? Нет? Тогда разрываем связь. Ничего такого не вижу. Ну, тарелка, он лежит. Чулан открыть. Почему наверх? Я не могу зайти, а в чулан могу. Альфред. Альфред, я нашел мистера Вейла. Живой? Нет. He's gone. Скончался, по крайней мере, 10 часов назад, судя по состоянию мягких тканей. Judging by the state of his soft tissues. Так. Looks like a company logo. Похоже на логотип какой-то фирмы. Так, ремень. Давай проверим. Тяжелая пряжка ремня покрыта кровью перед тем, как повесить мистера Вейла, его избили ремнем. Так. Связать с логотипом. Давай. Логотипы совпадают. Мистер Вейл владел отопительной компанией. Так, ищу. Да, у него просторный склад в промышленном районе и парк грузовых автомобилей. Ну все. А теперь все это досталось Вики. Итак, остается только связать, так добавить связь. Связь вот ремня. И вот то, что в стену тут прилетело.
А, кстати, похоже, да, след от ремня там. След соответствует форме пряжки ремня. Видимо, во время избиения он задел стену. Что все-таки случилось в этом доме? Думаю, я это знаю. Когда на станции мы ей помешали, Вике нужно было куда-то перепрятать свои запасы наркотика. Отцовские грузовики и склады были отличным прикрытием. Ну, для этого и надо было убрать родителей. Когда Вики Вейл окончательно стал леди Аркхэм, Вейл стали ей не нужны для того, чтобы поддерживать ее прежний образ. Вот так вот. Вики явилась, чтобы напасть на своих приемных родителей. Приемных родителей, но сначала здесь были только ее мать. Ага. Мисс Вейл стала сопротивляться и отрезала Вики клок волос. Потом Вики подчинила ее себе тем же наркотиком, что вколола мне, но в гораздо большей дозе, почти смертельной. Вот эта вот приемная дочка-то что натворила? Затем она вырезала матери глаза, что подтверждает глубоко личный мотив. Очевидно, что что-то вроде вендетты. Выдавила больше. В это время вошел мистер Вейл, Вики напала на него и била пряжкой его же собственного ремня, пока он не потерял сознание. Ну вот тебе и баба. Затем она затащила его в чулан и повесила на ремне, но он был уже мертв от кровопотери. Жестоко. За что ты так? О, это ужасно. Я до сих пор не проявляла склонность. Она не проявляла склонность к насилию. Альфред? Кажется, в доме еще кто-то есть. Я буду искать тепловой след, или в помещении кто-то есть, я его, если тепловой след обнаружу, то я его найду. Давай. Clear. Nothing here. Чисто, здесь ничего нет. Холодильник? Подожди. А вот, теперь наверх, да, можно, значит, идти. Вот, дверка. Там Гарри Поттер сидит. Под лестницей. Здесь кто-то есть под лестницей. Живой. Давай, перемещаем. Как ты вообще? Что ты там делал первоначально? Я уж не говорю, что ты там прятал. Так. Это парень на фотографии. Давай, что ты тут делаешь? Прячется, что он здесь делает, конечно. Сэр, у вас все в порядке? Это ребенок, Альфред, мальчик с фотографией. Ну, это я знаю. Он цел? Ну да. С ним все в порядке, если не считать шока и нескольких синяков. Он мог бы рассказать мне о том, что здесь было. Возможно, но если вы пойдете этим путем, будьте осторожны. Ну, конечно. Так. Давай, сначала надо успокоить. Все будет хорошо, в порядке. Все будет хорошо. Два трупа там, ага. Так. Мне нужна твоя помощь. Что-то плохое тут произошло. Ты можешь мне помочь? Хорошо. Ты должен мне рассказать обо всем, что видел или слышал. Это важно. Я слышал, кто-то говорил про какие-то наркотики, да? И про бой с полицией. Не знаю с кем. Я не знаю, кто, потому что я ничего не видел. Я не видел, потому что я тут спрятался. Пожалуйста, не надо меня наказывать. С чего это? Успокойся. Ты мне помог. Спасибо. Почему я должен тебя наказывать-то? Успокойся, пацанёнок. Живи долго и счастливо. Это чего такое? Ложись! О, добрый вечер, Бэтмен. Какое удовольствие тебя видеть. Это же мое, да, по-моему, если не ошибаюсь, оборудование. Пингвин. Позволь, я угадаю, ты пытаешься предвосхитить наш следующий...
предвосхитить наш следующий шаг. Выяснить, где мы прячем наркотик. Ну, естественно. Правильно? Я близок к истине? Ты жалок. Я расставил мышеловки по всему городу, но мне следовало знать, что выманить тебя из укрытия поможет старое доброе двойное убийство. Так. Так. Не попал, ладно, что же. Это электрическая штука. Что за... А чё, парень даже не мог подбить. Что, ты не можешь видеть, да? Камера полетела. Так. И почему мои игрушки у него? Хорошая работа. Похвалим пацана. Nice work, kid. Молодец, малыш. Ну, хорошо, помню. Надеюсь, ты там меня не припомнишь. Блин, увидел. They're dead. Они мертвы. Не смотри. It'll be better if you don't look. Тебе лучше не смотреть. Ох. Что-то прости меня, я сомневаюсь, кстати, что они с ним хорошо обращались, раз он так... Не наказывайте меня! И был заперт в чулане. Они не всегда были добрыми, но они мне дали крышу над головой. Я обещаю, что не остановлюсь даже... Не остановлюсь, пока не поймаю убийцу. Кстати, если та была приемная дочь, вот почему она злая и выколила глаза. Тоже потому, что над ней, видимо, издевались. Ничего. Ничего страшного, паренек. Ты паренек, который спас Бэтмена. Что бы ни случилось, куда бы ты ни попал, это всегда останется так. Я всегда буду перед тобой в долгу. Бэтмен? О боже, что здесь делает это единственный выживший? Что здесь делает ребенок? Живет. Давай, выбирайся отсюда. He saved me. Он меня спас. Это не я. Боже! Кто здесь? Дети Архема? Опять? Зачем им нападать на какого-то вроде Вейла? Потому что их дочь Вики – это леди Архем. Она убила родителей, чтобы использовать склад их компании под хранилище своих запасов наркотика. Вики Вейл из газеты? А что это за мальчик в таком случае? Давай, это вот приемный сын Вейлов. Мальчик был приемным сыном Вейлов, судя по бумагам, что я нашел, они получили довольно приличные пособия. Получали. Говорит, слышал что-то насчет наркотиков и нападения на полицию. Точно сказать не могу, но похоже, что дети Архема планируют как-то использовать наркотики против ваших людей. Спасибо за предупреждение. Склад, принадлежащий отопительной компании Вейла, имеет смысл захватить его как можно скорее. Ну да, займусь немедленно. А вы что? У меня есть еще одно дело. Блин. Лейтенант, что тут происходит? Осматриваю место преступления, комиссар. Вы закончили? Я беру расследование на себя. Я не могу рисковать тем, что вы снова позволите Бэтмену нарушать картину преступления. Сейчас по морде получишь, тварина. Я единственный, кстати, кто делает работу. Вы ни хрена не делаете. Ну, стой, полицейский еще вот это делает, да. Гордон. Ну, никак не ты. Чё, на золотой унитаз денег не хватило? Ходишь тут. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока!